Всем привет! Вы на канале Антонина Абрамкина. Кто не подписан, подписывайтесь. Смотрите Таро прогнозы. В конце видео я делаю ссылки для вашего знака зодиака. Смотрите, прислушивайтесь к советам звездным, скажем. И сегодня у нас обзор магазина «Светофор». Это Академгородок. Посмотрим новинки. Конечно, весь магазин обзор не смогу показать, это надо очень бегло пройтись, но новиночки поищем. И сегодня новинки, вот в первую очередь, вот как я зашла в магазин и увидела вот такие вот в продаже портативные колонки. Вот помните, они новогодние были маленькие, и их удобно было в машине вот возить. Но это тоже очень даже удобно. Посмотрите, какая колоночка. И здесь и поиск. Так, попробую сейчас включить. Видите, она такая вот светит. Вот такой вот. Вот такая колоночка. Здесь есть и поиск, вот и радио можно включить, и как режимов несколько. Заряжается. Ух ты. Ой, надо выключить лучше. Это громче меня говорит. Вот, видите, здесь есть, можно и заряжать, и вот здесь зарядник есть, и от обычного, видите, здесь вот переходник вот такой. Вот. Вот, смотрите, здесь очень даже как интересные в ношении, переносить. Вот такой вот. Сейчас покупатели уйдут немножко, а то они запутались за моей спиной. Вот, посмотрите, очень хороший вот такой вот портативный, как сказать, как его назвать, гаджет, что ли, или... В общем, очень интересная, хорошая колоночка, и музыкально. Здесь еще можно даже и батарейки вставить, вот такая вот новиночка шикарная. Вот, посмотрите. И здесь их, как, не так много и осталось. Цена этой портативной колоночки 397 рублей 90 копеек. В общем, 400 рублей. Вот надо теперь как-то обратно поставить ее. Одной рукой так неудобно. Попросила вытащить. А теперь надо вставить. Вот так вот мы сделаем. Вот. Вот такая вот колоночка. А желающие приобрести, это магазин «Светофор» Академгородок. Ну, здесь еще раз покажу. Сейчас покажу новинки еще. Пока не ушла совсем рулонная штора. Размер, вот вы видите, 239 рублей. Вот так она выглядит. Я, конечно, не покупала, не знаю, как это применить. Но здесь вот указано, как это все можно применить. Так, пройдемся. Так, этот отдел дачника я, наверное, и автомобилистов пропущу. Пройду в канцтовары. Канцтовары. И вот посмотрите, какие здесь симпатичные игрушки, книжки. «Петушок и чудо». Вот посмотрите, «Миленко». Вот такие новые поступления. Частной выкупки. Алмазная мозаика. Детская алмазная. И здесь указано, вот как. Ой, там всякие рисунки, посмотрите, и олени, и зимний сюжет сказочный. И цена у них 129 рублей, размер тоже видно. Ну вот для малышей такие симпатичные книжки пришли. И теремок, пожалуйста, смотрите, как здорово. Вот это новинки пришли. Картон с глазками 44 рубля 30 копеек. А для книги подарочные с сказками, вот здесь 98. Я их столько много набрала. Тоже очень красочные. Вот. Что у нас тут еще из канцтоваров, надо посмотреть. Ну, товар для школьника, пеналы. Так, набор канцелярский, наверное, надо показать. Вот его закрыли. Вот, посмотрите. Вот здесь. 214 рублей. Здесь есть в комплекте все абсолютно. И ножницы, и клей, и кисточки, карандаши, фломастеры. Вот они здесь разных видов. Набор с ручками для ношения удобно. Ну, карандаши и тетради, обложки здесь все есть. Ну, дальше пойдем посмотрим, что тут у нас из новинок.
продаже есть. Ну, мешки для мусора, мешки разных размеров и как. Что еще тут? Сковородки. Вот. Ну, они, конечно, не новинки, они были в продаже. 679 вот такая сковорода. Маленькие сковородки 166 рублей вот такие вот. Набор бокалов для коньяка 239 рублей. Вот такие вот они. Хорошенькие бокальчики. Конфетница. Сахарница 39 рублей. Ну и новинка. Вот видите, здесь уже почти разобрали. Очень быстро разобрали вот эту посуду. Ведь она здесь были и для бульона, и для второго. Но моментально разобрали. 54 рубля. Я тоже их набрала. Вот такие и бульонницы. В общем, еще есть и вот такой бокал к ним есть. И как бы они еще вот такого вот цвета были наборы. И тоже, и, может, других магазин светофоров подобрать можно будет. Ну, вот такие они хорошенькие. Вот 47 рублей кружка стоит и 54 рубля вот для... Вот у меня здесь помощница, сестра ходит, она уже что-то ограбила, конфеты сладкие ходит, печенье она, в общем, набрала. А мы пойдем дальше. А ты нам поищи новинки, пожалуйста, мадам Ира. Ветровки, она говорит. Вот, тазы есть. Корзина для белья с крышкой вот такие симпатичные. Пришли 293 рубля. Прохожу мимо этих пластмассовых изделий. Корзины, ящик для инструмента, органайзеры. Вот. Все это было и есть. Вот смотрим, просто товар есть в продаже. И тазы, и ведра, и ящики с крышкой вот сейчас для хранения, для овощей. В общем, ассортимент большой. Бензиновая цепная пила 3299 рублей. Вот такая вот есть. Так, это здесь контейнер для... Ага, ну это для микроволновки контейнеры. Дальше соковыжималка есть 1000 рублей. Вот такая вот есть. Кофеварка с двумя чашками 438 рублей, чайники, видите, желтым ценником уже со скидкой 359 рублей. И у нас здесь есть циклонный пылесос 1400 рублей, вот так вот он здесь выглядит. Ну, для дам, скажем, вот пряжи очень много. 153 рубля пряжа. И цвета, видите, как разные есть. Всех цветов. И белые, и черные есть. Ну и очень много обуви осенней, вот для осени. Сейчас грибники, за грибами бегать, пожалуйста. Вот здесь вот там обувь хорошенькая, легкая такая. И в лесу, вот сейчас у нас дожди. И не жарко будет. 331 рубль. Вот такие хорошие сапоги. Размеры пока все есть. Обуви очень много. Вот они заканчивались. И тут же опять привезли. Ну и же для женщин, для, скажем, даже для работы на даче. Вот 38 размер держу. Вот такие хорошенькие, легенькие, удобные. И к ним же здесь вот опять сейчас привезли галоши с меховой опушкой. Галоши 231 рубль, а сапоги 329 рублей. Ну, также в продаже есть и кроссовки женские, кеды 232 рубля. Ну, здесь пока вот убирается. Вот настолько чисто и уютно в магазине, пока не буду мешать. Отошла. Вот такие куклы в продаже есть. 289 рублей. Звуковые, они песенки поют. Они здесь на фиксаторе, поэтому показать не могу. В предыдущих видео показывала. Вот они, блондинки, брюнетки есть. Пойду пока в бытовую химию пройдусь тогда, потому что там идет уборка помещения.
И здесь вот у нас есть плед. Посмотрите, 357 рублей пледы. Сушилка на радиатор 84 рубля. И вот здесь уже показано, какая выглядит. Посмотрите, очень даже удобно подвесил. Вот такие пледы мягкие. Размер у них 160 на 200. Ну, так, укрыться легенькие. Полотенчики. И здесь ярмарка. Вот у нас сегодня здесь ярмарка проходит. Постельного белья. Посмотрите, что в продаже есть. Комплекты полуторки, двуспалки. Цены тоже видно. 439 полуторка, двуспалка 509. Цвета красивые, между прочим. Вот. Европейский стиль. Вот такой красивый вот он. Ай-яй-яй-яй, падает. Так, здесь у нас уже простыни на резинке 351 рубль. И здесь вот в корзине, в контейнере цвета тоже и розовые, и синие. Разные есть цвета. Подушки тоже разных размеров. Одеяло наверху. Не комментирую, потому что чтобы видно, камера показывает. Ну и пройдусь вот по ряду бытовой химии. Посмотрим. Вот для мытья полов новинка есть. Средство 34,50. Это я уже которые товары давно в продаже есть. Их не комментирую. Крема. Просто смотрите, что вам необходимо. Цены тоже видно. Мыло жидкое хозяйственное 40 рублей всего лишь. Бутылочка литр и 300, да? 3. Ну, почти 1,5 литра. Шампунь Тимати, вот сейчас пользуюсь сама тоже. 65 рублей. Хорошо смягчает волосы. Мне понравилось. Вот. И даже бальзам не надо. Вот они так хорошо смягчают. Шампу тоже вот хороший шампунь. 109 рублей. Смотрите, здесь ассортимент для малышей тоже, смотрите. Подгузники, трусики детские. Цены видно. Сегодня прям постаралась быстро-быстро приехать, пока народ не набежал. А то видеосъемки даже нельзя делать. Это столько много народу. А вот сейчас буквально через 30 минут уже народ подтягивается. И снимать мешает очень много народу. Вот туалетная влажная бумага 38, влажные салфетки 59 рублей. Антибактериальные эффекты. Так, ну что у нас тут еще? Вот стиральные порошки, гели, миф. Миф 242 рубля. Ну вот, сейчас пройдемся, побежим еще. Здесь вроде все показала. Покажу немножечко. Там вроде освободился. Ну, не успела вот показать. Здесь вот брючки, леггинсы. В общем, тоже большой ассортимент. Пойдем дальше, потому что то сейчас народ придет. Зайдем в холодильник и посмотрим, что у нас есть в холодильнике. А в холодильнике, как всегда, большой выбор мяса. Мясо сегодня на кости 179 рублей. Это 180 рублей. Мясо подешевело. Шашлык из свинины. Вот 206 рублей. Я его в каждом видео показываю. Черкизово.
хорошее мясо, чистое мясо. Видите, здесь нет, как там, не заполнено луком, а чисто, вот, чисто мясо 2 килограмма. И здесь этот контейнер где-то на 443 рубля. Ну вот 2 килограмма ровно. Очень даже удобно. Единственное, я вот перед жаркой добавляю уксус. Ну это на любитель, конечно. А так сладкое получается, скажем. Ну с уксусом нам больше нравится. Ну, мясо, вот смотрите, мяса всегда много. Есть также колбаски для гриля шашлычные, 127 рублей. И есть половинка цыпленка табака, 159 рублей. Вот. Тоже готовая продукция. Две штучки взял и пожарил на барбекюшницу. И готово. Так, ну здесь у нас еще и отдел рыбы. Так, не показала. 360 рублей горбуша. И кутасу 171 рубль. Так, ну кто гонялся за имбирем маринованный, 110 рублей, 1,5 килограмма пакетик. Ага, тяжелый. Все для роллов и суши. Вот. Укрепляйте иммунитет. Имбирь в продаже есть. 110 рублей, пожалуйста. Морковь по-корейски 114. Сельдь слабосоленый 118. Ну и вот эти филе сельди, скумбрии, вот это вот как под картошечку, я уже их тоже неоднократно рекламировала, очень даже вкусные, готовые уже, очищенные, бери и кушай. Ну и очень большой ассортимент мясных изделий, и курицы, и грудинка, вот все это есть в продаже. Здесь невыносимо холодно. Стоять долго не могу, я легко одета. И здесь просто морозильник, как и положено. В общем, продукции все та же самая, повторяется. Просто оно есть в продаже, смотрите. Убегаю. Майонез 77 рублей, Рика, на перепелиных яйцах. Ой, как холодно. Сыры. И десерт плавленый сыр, вот смотрите, вот, вот этот сыр очень вкусный, я его уже как постоянно беру для завтрака, очень даже вкусный, 34 рубля, мне тоже нравится. Ну и вот такой вот сыр плавленый сливочный, 113 рублей. Ну и творожная масса вот с изюмом, с курагой, все это есть в продаже. Так, что я здесь еще не показала? Да, наверное, все показала, я просто отсюда выметываюсь. Ой. Как вынырнула из воды ледяной. Так, ну здесь вот еще у нас еще есть из новинок, вот, скажем, макаронные изделия, спагетти 120 рублей, посмотрите, 3 килограмма. Вот так выглядит. Три килограмма, 120 рублей. Ну, туда мы не пойдем, я хочу еще пройтись по ряду. Сладостей. А как пройти, чтобы лучше видно было? Кофе, чаи, вот все здесь можно приобрести. Так, батончик двойная радость, 102 рубля. Вот такой пакетик. Алтай. Вот смотрю и хочу посмотреть, что же мне лично понравится. Так. Это у нас печенье. Печенье. 82 рубля со сливочным кремом. Ага, вот у меня сейчас сестра взяла. Вот она в дорогу собирается. В поезде будет пить кофе с печенькой. Сейчас я тоже возьму. Мы тоже собираемся вместе. Что тут еще можно выбрать? А, щербет с арахисом 63 рубля. Вот я его тоже периодически люблю донской брать. Ну-ка, очень свежий. Вот я прям чувствую, как пластилин дается. Значит, очень свеженький. Так, что еще мне здесь нравится? Ну, нравится, в принципе, здесь, наверное, все. Только кому что, скажем. Я вот смотрю.
Не нашла то, что хотела показать. Его уже разобрали. Зефир в шоколаде хотела показать. Его нет. Так, кофе Якобс. По какой цене сегодня надо посмотреть? Кофе Якобс. Ага. 229 рублей. 190 грамм. И кофе Гранд 192 рубля. Вот такой. Так, ну, наверное, я все показала. Ну, детское вот питание здесь еще. Пюре фрутоняня. Так, прошлась. Вроде бы все охватила, все показала. На сегодняшний день, 2 сентября. Вот, это магазин «Светофор», Академгородок, город Димитрограда. Я по 3 раза говорю, где снимаю, поэтому мне постоянно пишут, какой город снимать. Я 3 раза произношу. И в начале, и посередине, и в конце видео. Ну, ладно, друзья. До новых видео. Подписывайтесь на мой канал. Будьте в курсе поступления нового товара в магазин «Светофор». А я пока пойду домой.